Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о итальянском городке на острове Сардиния Аргасоло. И в одном из видеороликов я уже рассказывал об этом городке, в его узких улочках и настенных росписях муралис. Это своеобразная картинная галерея под открытым небом. Чуть позднее в интернете я обнаружил сайт, где было размещено очень много муралис, которые я не видел во время путешествия. Поэтому я решил собрать все муралис в одном видеоролике и предлагаю их вашему вниманию.